Здравствуйте, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сегодняшний видеообзор посвящен сайту компании EdTechno, которая объявляет набор операторов онлайн-заявок и обещает платить от 5000 рублей в день. Причем трудоустройство возможно как официально, так и в роли нештатного сотрудника. Полный соцпакет, карьерный рост, свободный график, опыт работы не имеет значения. Все очень прекрасно звучит. Осталось всего лишь 3 рабочих места. Здесь есть еще отзывы, причем как людей, так и якобы отзывы авторитетных рекрутинговых порталов. О самой компании EdTechno в интернете я найти ничего не смогла, поэтому, скорее всего, она является вымышленной. Давайте сразу обратим внимание, что здесь указано без вложений, и проверим, на самом ли деле все так и есть. Введу какое-нибудь имя, какой-нибудь email и нажму «Приступить к работе». Производится автоматическая генерация данных. Нажму «Начать работу». Я попала на рабочую панель сотрудника. Здесь мне нужно вносить данные, вот эти, копировать сюда. Так мне нужно обработать 7 заказов. Я ввела неполные данные, но заказ все равно принят. Попробую таким же образом обработать следующие 6 заявок. Несмотря на некорректные данные, мне все равно зачисляются заказы и начисляются деньги на баланс. Так, осталось еще 2 заказа. Итак, все 7 заказов обработаны. Начислено 7223 рубля. Всего лишь за 1 минуту примерно. Теперь мне нужно вывести деньги. Нужно указать какой-нибудь номер карты. Нажму «Вывести средства». Я успешно заказала вывод денежных средств в размере 7223 рубля, но мне необходимо активировать свой аккаунт. И процедура активации является платной, и стоимость этой процедуры 155 рублей. Если я нажму «Произвести активацию аккаунта», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay. Здесь я должна оплатить ранее указанную сумму. Перед тем, как снимать этот видеообзор предварительно, я нашла автора этого сайта, то есть того человека, кто получит от нас все деньги, которые мы заплатим на этом сайте под ником Real Money. В дополнительных сценах к сайту мы видим этот платеж на 155 рублей. Также здесь присутствуют еще 6 платежей, кроме этого. Это 307 рублей за комиссию, 625 рублей виртуальная карта, 1250 активация карты, 720 обслуживания на 1 месяц, 1852 обслуживания на год и безлимитное обслуживание 3960 рублей. Если мы перейдем по ссылке с сервиса ePay, мы попадаем на сайт компании EdTechno, и это подтверждает авторство некого Real Money. Сейчас я оплачу 155 рублей, чтобы мы с вами смогли протестировать данный сайт. Пока поставлю видео на паузу, чтобы вы зря не ждали у своих экранов. И вернусь к вам после того, как оплата будет зачислена. Я успешно оплатила активацию аккаунта. Но теперь мне сообщают, что Национальный банк РФ, через биллинг которого осуществляется перевод средств, установил комиссию на мой перевод. Это одноразовая процедура, и я должна заплатить 307 рублей банку. Если нажму «Отправить комиссию банка», опять попадаю на страницу оплаты. Должна здесь я оплатить 307 рублей банку. Но я знаю, что этот платеж пойдет не банку, а автору сайта под ником Real Money. Этот платеж как раз именно указан в дополнительных ценах сайту. И я сразу знаю, что это полный обман. Никакой комиссии на самом деле не существует. И получить свои заработанные средства я не смогу. Потому что мошенник Real Money выманивает деньги, заставляя нас платеж за платежом платить все больше и больше и больше денег. Я не буду вестись на его удочку, потому что я и так могу уже сделать вывод, что этот сайт является мошенническим. И учитывая, что компания EdTechno не существует, и никто вам не будет платить 7223 рубля за одну минуту, за введенные некорректные данные, любой бы интернет-магазин уже бы просто обанкротился, если бы платил такие бешеные деньги своим сотрудникам буквально за одну минуту. Поэтому связываться с этим сайтом я вам не советую. Ищите работу только на тех сайтах, которым вы доверяете, которые проверены многими людьми, и не попадайтесь на уловки мошенников. Держите свой карман на замке, не тратьте деньги зря. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч!